В результате вот таким вот образом выглядят установленные уже доборы с соединительным элементом. Вот так вот они смотрятся на наши двери. Таким вот образом смотрятся наличники установленные. Как видите, они установлены пыром. И на второй двери тоже вот таким образом. Здесь также у нас установлены доборы с внутренней стороны. Таким вот образом смотрится. И сейчас мы начинаем устанавливать с внутренней стороны наличники. Так вот выглядят установленные ручки. Так вот они открываются. Магнитные замки, они вот так вот входят, вот так вот они закрываются, вот, и не открываются. Вот сейчас мы доводим до конца все ручки, сейчас будем устанавливать. И вот здесь вы видите процесс установки доборов. Вот мы установили планированный МДФ в паз короба и собрали соединительные элементы вот таким вот образом. Вот так вот они собираются. Здесь такие вот дебелечки есть. Вот. И здесь вот эти пазы мы сейчас будем совмещать с вот этими вот МДФ-ками. Дополнительно мы пропенили еще отверстие проема. Вот. И сейчас мы будем ставить добор. Вот здесь вот мы заклеили малярной лентой коробку для того, чтобы не повредить нашей пеной коробочку. Сам процесс. Таким образом сажаем соединительный элемент в коробку и соединяем с добором его. Вот. И вот сейчас вот посмотрим, давайте по всей ширине. Вот он у нас аккуратненько везде сел вот таким образом. Подбить. И вот таким образом у нас образовался вот здесь вот, вот паз под наличник, и сюда мы будем уже сажать наш наличник. Перед пропениванием мы установили вот здесь вот такие вот распорочки. Вот сейчас мы их убираем, все, у нас дверь уже встала на свое место. Вот, и вчера мы дополнительно установили замки. Вот здесь вот можно посмотреть вот так вот отсюда. Вот, вот так вот, это магнитные замки, вот они таким образом работают. Вот, и все, открыть невозможно. Так вот она открывается с этой стороны. И вот пока посмотрим. Дверь у нас уже полностью готова. Здесь у нас установлена завертка. Это санузел. Вот, посмотрите, все установлено аккуратно. Вот таким вот образом она блокируется. Вот, давай покажем, как она блокируется. И вот, вот. Мы вот так вот дверь закрываем. Вот так она открывается, а вот в таком положении дверь заблокирована. И сейчас здесь у нас остается установить наличники. Вот здесь обрезается пена и устанавливаются наличники. Таким образом мы установили все 9 дверей. Первая была вот входная в кабинет с замком.
Там у нас арочка идет. Вот здесь вот спальня. Здесь вот еще санузел. Еще одна спальня. Здесь вот тоже санузел. И выход во двор. И это теплоузел. Вот. Такие вот двери получились. Последние штрихи.